Дорогие земляки, от всей души поздравляю вас с Днем города. Магадан – наш общий дом. Здесь мы живем, работаем, растим своих детей, радуемся и печалимся. Город удивительной судьбы. Он наполняет нас силами и энергией его основателей. Ведет нас вперед, дает возможность проявлять свои таланты и воплощать в жизнь мечты. Сегодня Магадан на волне позитивных перемен. Новые школы и сады, дворы и скверы, спортивные и культурные центры, жилые комплексы. В городе кипит стройка. В рамках программы «Столица» обновляем дома, ремонтируем кварталы, развиваем инфраструктуру. Продолжаем реконструкцию городских дорог, приступили к созданию этнопарка «Дюкча». Станет еще комфортнее и интереснее всеми любимый парк «Маяк». В этом году Магадану присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Это высокая оценка вклада наших ветеранов в победу. Я поздравляю всех с праздником. Желаю вам здоровья и благополучия, успехов во всех добрых делах и начинаниях. Расти, крепни и процветай, любимый Магадан!